За статуэтку «Бегущего человека» в номинации «Лучший регион» с Кубанью боролись Башкортостан и Калужская область. Экспертный совет, в который входят именитые спортсмены и тренеры, победу отдал Краснодарскому краю. За развитие спорта в регионе награду губернатору Александру Ткачеву вручил министр спорта Виталий Мутко. Этот регион, который последние годы демонстрирует не только, скажем, возможность проведения крупных событий, таких как Олимпийские, Паралимпийские игры, Формула-1, но вот сам край обладает уникальной программой развития, потому что практически в каждом муниципальном образовании построено спортивное сооружение. Не просто спортивное сооружение, это дворец, зал, лед, бассейн. В принципе, то, что он сказал, я хотел в своей речи. Именно то, что не только Олимпиада и Формула-1. Действительно, мы построили за это время 500 только посыскных площадок. Это буквально за 4-5 лет. 800 всевозможных спортивных, маленьких, больших проектов, из них 90 крупных спортивных объектов, дворцов. И, конечно, есть огромное движение, есть много соревнований, школа со школой, институты. 15 рядовых дворцов, 4 года назад их было ни одного. Много получается, много получилось, но, безусловно, конечно, еще мы далеки от идеала. Получив награду, расслабляться никто не собирается, заверил коллег-губернатор. Развивать спорт на Кубани будут и дальше. В каждом районе должны появиться бассейн и каток. Поэтому в следующем году регион будет снова бороться за еще одну статуэтку. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.